любой здоровый человек, он настолько полон энергии, что он себя к себе притягивает большее количество людей. Он становится таким своеобразным центром, или как Солнце вокруг себя собирает планеты, так и он является каким-то своеобразным источником сильной энергии, жизненной энергии, и вокруг него хочется находиться. Ну, каждый человек, что бы он ни делал, он инвестирует в себя. И если это хорошая инвестиция, полезная инвестиция, в будущем не придется сталкиваться с разными трудностями. Инвестиции в себя – это подразумевает комплексный подход. Ты вкладываешь в здоровье, ты вкладываешь в развитие духа, в развитие ума. И дальше ты просто собираешь плоды от этого. Инвестируя в здоровье, вкладывая в это время, силы, средства, будьте уверены, что в дальнейшем вы будете работать эффективно и сможете достичь всех своих целей. Ежедневно ты делаешь, опять же, выбор, который ты одна тренировка, одна пробежка, ты постоянно делаешь что-то для того, чтобы сохранить этот ресурс, накопить его. Если человек здоров, он может творить, он может жить, он может улыбаться, работать, видеть мир. Поэтому я думаю, что человек в первую очередь должен инвестировать в свое здоровье, а потом во все остальное.